Здравствуй, дорогой друг. А помнишь, когда-то я говорил тебе, что новых видосов по Crew Motorfest не будет? И я действительно так думал. Но, ты знаешь, один хороший человек мне на день рождения подарил все-таки игру. Вот, и я смог ее запустить. Более того, сделал так, чтобы игра увидела, что я играл в Crew 1, Crew 2, и с Crew 2 загрузила все мои машины. И ты видишь, у меня их вон 518 из 724. Единственное, жалко, они все нулевые, без тюнинга. И даже моя прекрасная Bugatti Diva 19 года здесь на месте. Вот, и в связи с чем? Я предлагаю, давайте все-таки немножко поразбираемся. Ну, я для себя, а ты в комментариях, конечно же, мне об этом напишешь, где я был неправ. Я честно тебе скажу, вот по мне так все очень сильно поменялось со второй Crew. Я имею в виду вот кнопочки все, вот транспорт гонщик, вот эти вот все управления. Кстати, давай посмотрим управление командой. У нас же тут будет... А, ну, в общем, люди есть. А значка НАТО нету, как в Crew 2. Жалко. Очень прекрасно было проверять, работает ли интернет-соединение. Итак, смотри, все, выходим отовсюду. Давай посмотрим. Так, бла-бла-бла, здрасте. Тоджирьер. Ладно, карта М. Как отсюда сваливайся, пожалуйста? Что это такое? Смотрите, требования, блин, у всех какие-то требования, донаты. Так, это что? Я же в прошлый раз, ну, опять же, то была временная версия, она, по идее, должна была подтянуть сюда мой прогресс, по идее. По идее. А почему я решил, что она подтянет? Вполне возможно, что нет. О, ну, Grand Race, это к Саньке Булкину он начал в это... играть. Довольно-таки неплохо у него там получается. Так. Это мне куда-то ехать надо, да? Стоп. Вот видите, какая красота. Ехать, говорит, надо. Хорошо. А how to get the hell out of here? Выйти, удерживать. Это, наверное, backspace. Playlist constraints removed. You can now experience it, driver. Ограничения плейлиста удалены. Так, ну что же, на full стоке. Dazzling colors, wild suspension, exuberant finishes. Это все, конечно, прекрасно. Two pillars of US customization. Так, а чё по? Подожди-ка. В? О, да. Так, это когда-то мой любимый. Ага, кто меня по Crew 2 помнит. Нравился мне тот. Ну да, чуть-чуть подальше, тоже прикольно. Я, вы знаете, я попробовал за кадром в эту игру поиграть с контроллером DualSense, да, PS5. Вот. Базары, вокзалы. Californian sun and West Coast hip hop for the lowrider, or Floridian nights and dirty south music for the donk. It's up to you to choose your camp and immerse yourself in either community. Что так пролагало? Так, стоп. Стоп, мне нравятся эти звуки. Я поэтому и поехал. Да, можно было тпхнуться. Я почему-то уверен в этом. Так, о чем-то... значит, DualSense я подрубил. И это мега кайф. Вообще, играть в эту игру на DualSense. Он нативно поддерживается. То есть, не надо ни DSX, ничего. Вообще, просто вот. Так, я где-то явно рядом.
очень рядом. Так, нет. Ага. Значит, вот туточки, да? Нет. Вот туточки. Стоять, подождите-ка. Настройки. А на звук... Ну, понятно, что русского языка не будет. А режим стримера есть? Потому что... А, ну вот, вы видите, режим трансляции включен. Короче, ладно, если нас обманут с режимом трансляции, а вы знаете, это очень часто бывает в этой жизни, да? Что нас просто наглым образом обманывают. Вот. Не понял. Эй, игра. Ты что-то меня обманываешь. Рекомендуемое. Да-да-да, рекомендую. Да ё-моё. Давай, Буга. Буга, ты сможешь. А, это Моторфестовский этот. Ну, я так скажу, если мне сейчас выпадет что-то на эту тачку, найденное сокровище. Удачный лов, найдите, откройте сокровище. О, шины! И это все прекрасно. На эту тачку? Подождите, если на эту тачку, это же вообще просто, это же... Да, на нее, наконец-таки! Ну вот, ну вот, ну вот. Эбу. Уля-ля. Так, а у нас же есть кнопку в утиль, да? Все в утиль. Нет, плохая кнопка. А то горшочек не вари тогда. Да. Ну, конечно, гумно, но как говорится, раз, два... А, ну правильно, потому что Эбу дали две, да? Я не помню, там лучше сразу ее в утиль списывать. Это бэшка, да? А, ну вот, плюс 100 деталей. Я уже вообще забыл, не помню, что дано да как. Но, блин, ну это же уже классно. Хоть три детальки. Да, кстати, я в этой машинке в настройках Pro чуть-чуть поковырялся. Жуть-жуть. Помнится мне, ее жопа любит летать в разные стороны. Поэтому я и стабилизатор поперечной устойчивости задний подзажал. О, а это нельзя сбить? Ой. Здрасте. Ага, рекомендуемое испытание. Собственно, почему я езжу в точке, да? Я вообще не знаю карту. Блин, эти вещи здесь не ломаются. И честно скажу, на клавомыши вообще не то удовольствие. На контроллере просто кайф. Вы представляете, там все работает. Там все как. То есть как будто ты на PS5 играешь. То есть адаптивные триггеры работают. Ух ты, как прикольно. А чё вот это вот за пролагивания такие жесткие? Мне даже под первым видео подписчики спрашивали, это на видео так записалось или это действительно так? Ну прям статерит. Прямо статерит. Из-за чего это интересно может быть? А что у нас по FPS-ам? Понятно, что 60. Не, режим максимальной производительности включен.
температура 50 градусов. Классно. Собственно, вау, нифига себе. Вот это они четенько заспавнили здесь. Тут, собственно, в чем смысл? Это мы сейчас на лоурайдеров пойдем? Или я не понял, я стритрейсинговую тему прошел? Я вообще не помню, что я там проходил в первой части. Но что-то, честно скажу, у Саньки Булкина посмотрел, как он играет вкусно в Motorfest. И что-то как-то вот захотелось. Так, ну, естественно, у меня только ABS есть. Это я систему дрифта пытаюсь... Я специально ее закладываю, ну, если кто не понял, пытаюсь понять. Не, я что-то прям хорошо стабилизатор настроил, прям держит. Да-да, давай нитро и полетели. Я бы камеру сделал чуть-чуть подальше. Блин, как я диву люблю, как я ее в Крю 2 обожал просто, именно синенькую. Не Эмеральду там, не вот, вот именно вот синенькую, я ее так классно настроил. Как она мне Нью-Йорк. East Coast versus West, small wheels versus big, donk versus lowrider, the contest is on. Да, да, contest is on, окей. Это не моя любимая дисциплина, но надо же узнать, что там. Yo, check it. This kick is in the gear, I'm in a fast boat. Pass go, running up the numbers on the dashboard. Big wheel, pedal to the metal like I know steel. Candy paint, leather outside, back in cold steel. Who really wanted with the dump? My engine broke, pull up system loud from out the trunk. Stick together, but don't get too close, I'm drifting when I slide. Follow really when I blast off, lifting up the tires in the front of the Chevrolet. Sitting in the ground with the rim resized. Never seen a 26 is modified. Hit the gas, a Forgiato staring in my hands. The dump never down, we move the grind advance. Jumping in my whip after all this that I've been through. Up and down my hydraulics. I ain't never seen him with the homies here. Chocha at the car show. My ride clean, vida loca. Una chica guapa, she's a heartbreaker. Tattoo tears, we laugh now, cry later. Then we laugh into the banca. Orale, caught her with me, vato, she a sancha. Slap his golfers off with a chancla. Hop and take a cruise at the car show. Do you wanna ride with me in my 6-4? Get the switches, make them bounce in the low, low. Хороший вопрос. Playlist is on. Окей. Донг. Огромные диски, атмосфера южного рэпа. Так, это раз. Хуниган, Шевроле, Каприз, Донг. Блин, ну мне нравится эта тачка. Короче, я за ней. Bounce with style, yo. Make a twist. Да, окей, давайте уже это. Быстрое перемещение к контейнеру открыто. To the next objective. Так, а чё, ну... А, еще и быстрое перемещение не работает. Ну ладно. The first event is a chill cruise. You'll be accompanied by Sophia, a member of El Sereno Car Club, and your host for the playlist. Like the Impala,
The Buick Regal is one of the cars that most often is turned так into a lowrider. Так что я не могу её... Of course, yours isn't a lowrider yet, but it's just a matter of time. Блин, тут опять что-то есть. Сейчас просто... Я уверен, что где-нибудь в конце этого будет стопудово. Где-нибудь вот тут вот. А, ну вон. Ну читаемо, читаемо. Так, стоп, только я не туда приехал. Мне надо чуть-чуть в другую сторону. Но просто, пользуясь случаем, ну нельзя не заскочить. Мне б золотую. Йоу, Бугатти, тебе сейчас что-то прилетит. О, вау. Блин, так надо это самое. Давайте быстро чекнем, очень быстро чекнем. Улучшить. Поехали. Это тормозилки, да? Это карабас. Так, это у нас... Что это есть блок двигателя, уже веселей, подвеска повеселей. Ну, конечно, это шлепонь полная, но по крайней мере все больше лучше ничего нет. Но блин, это же уже классно. А ну да, буксит нормально. Так, потихонечку. Да, да что она там все цепляется? Тут пробку уже собрали. Бум. Рейтинг в полной заднице. Фига. Дорогая, я приехал домой, открывай ворота. Ладно, я прикалываюсь, если ты не... Хорош, наверное, надо уже немножко погоняться. Так, Enter, поехали. Buick GNX. Сложность 4 из 5. А, это которая в настройках сложность стоит. А я не понял. Alright, homie. So you wanna know about low riding? My car club has a spot a little up north. You wanna roll? Let's do this. I got you on some tacos. А это когда без карты, без ничего, я типа тут. А, ну вот это место, где нужно направо повернуть. Ну, читаемо. Okay, let's talk about your car. It's Она просто ужасна. Hey, я же латина, говорю как есть. А, что я? Прямо? Créeme. And you're with us now. А теперь ты часть нашей семьи. Твой провал наш провал. Ты блестишь, мы блестишь. Так, ну это прямо. Сейчас, говорит, прокачаем ворточечку. You can change it in free drive. The basics of low riding. Pretty soon I'll show you how to make your car even more badass. Pretty soon. Badass. Да, тачка вообще нифига не рулится. А ничего. Это же это место, да? Короче, пофиг, я тупо направо еду. Идиота! Donde aprendió a conducir este? Sure. This dog really has no education. Oh, sorry, homie. Let's keep it moving. А ну давай, давай, давай. Дрифт, дрифт, дрифт. О-хо-хо-хо, коробка вообще безумно плохо настроена. О. Не, я бы тачку бы эту прокачать, и да. О-о-о, я хотел красивый дрифт, но она решила... внутрь радиуса заскочить.
Да, и крюшные 60 кадров. Эх. Ну, короче, на следующем перекрестке налево, да? Да что, блин, а что такое? Она даже на ручнике не хочет скользить. А есть вариант? А, ну да, всегда есть вариант. Не знаю, это здесь нет дальше. Такой чиллаут вообще. Отстрелы. Так, это вот то самое место направо. Не пропусти! Да чтоб тебя! Ой, на этой тачке мне нужно ставить рекорды. Давай, 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 моя хорошая, лети! О! Нормально. Нормалды! Давай с пробуксовочкой, давай, давай, давай. Не, мощи не хватает у тачки. Короче, едешь куда-то. The crossroads after the church. Church. И куда-то здесь направо, да? Some people really have no business to do. It's dog territory. They're part of the reason we're here. Motorfest wants to do a contest. They want to know which style is the best. Everybody knows the answer, but anyway. Вот. Заскакивать на заправку надо, да? Here's one with guts. Everyone gonna love you, definitely. Ну, я же здесь. То есть продолжаем ехать, да? Да. Да. Это показывало как-то вот под углом вот сюда. Перекресток горит, видишь, видишь, прямо ехает. А дерево горит большое слева, видишь, видишь, направо езжай. Ну вот, вот тут. Не, прикольно, что можно просто так вот покататься. Это, конечно, увеличивает время прохождения игры. Это, видимо, для этого специально было сделано. Но крюшка, она не об этом. О миллиардном повторении одних и тех же гонок. Я как бы понимаю, но по кольцу вроде не так ездят. Там мне что-то «Hey, hold on!» кричали. Но мне впадло, я наваливаю. Тут было сказано «Поверни налево». А дальше сюда? Ядрен батон. Кто ж такие подсказки делают, а? Still straight ahead. Вот серьезно, вот ни хрена не понимаю, вот, вот под таким углом куда ехать. А есть какая-то контрольная точка? Вон, давай. Направо. Или скажешь там. You missed a turn. Вот. Подсказка уже хорошо. Давай прямо.
А. Right, then left. Right, then left. Oh, it's on your right. Не, ну когда она мне подсказывает прям четко, то четко. В поля меня куда-то, ну вон поля. You're almost there. Ай, estamos en casa. А, здесь она прям классно разворачивается. А, мне еще и на время надо было? А я чилил там. Ну, далее. Я вообще на самом расслабоне еду, себе фигней занимаюсь, а тут оказывается еще и на время. Ладно. Чё там? Чё там? Чё дают? В общем, чё-то дали. Получен транспорт. Правый контрол. Ладно. Look at your garage driver. In addition to your Buick GNX production version, you now have a lowrider dedicated to the rest of the playlist. Sophia will help you customize it as you go along, but you can already give it any color you like. Да я, блин, попрыгать хочу. Ага, ну, в общем, ладно. В ритм. Ой, вот это сейчас я буду просто жестко попадать. Потому что я нифига не понимаю, что-то куда нажимать. Я пока лево-право научился и мордой прыгать. А давайте обучение. А, это вот это обучение. Ну да, такое себе обучение. А можно мне подсказки, какие кнопки нажимать? Like my primo always says, it ain't a lowrider if it doesn't have hydraulics and shiny rims. Так, диски. Ну, как будто... Давай вот это. Пофиг, прям все родное. Не, ну все. Это все, что от меня хотят? Oh, and feel free to change the color pen if you don't like it. Come on, vamos al borlo. Vamos. Ой, я сейчас буду просто жестко. Go with the flow, and let el diablo take control of this GNX. А я кнопок, блин, не знаю.
А кнопки, блин, как... А. Блин, я кнопки путаюсь. Вау! А, вообще жесть. Четко попадаю, а мне очки списывают добавно. Блин, офигеть, как это сложно. Ну, заново. Я говорю, это чисто лоурайдер тема, это чисто позорится. Ну ладно, не всегда же быть номер один во всем. Вот херали. Да блять, ты что? Блин, я не могу с таким управлением, это вообще жесть. Да, блин. Это жесть. Блин, капец. Я вообще... Ну и ничего. Ради этого страдания вы здесь и собрались. Go with the flow and let the Diablo take control of this GNX. Such a 90s baby though. If we grind it, then we grind it. Man, I feel like
Tony Hawk. And my homies got the iron and they feel like Tony Stark. And you better watch your weapons if you're playing up the I'm feeling like Kobe back in his prime. If we talk about the numbers, then I probably go LeBron. I'm a lion out the jungle at the top. I'm like the Dodgers. It's my life, it ain't a movie. I won't be at Comic-Con. Да, не знаю, в чем прикол. Это что-то вообще просто нереально. На Вайзде это хочется делать, блин, а не Shift-Control, блин. Почему красный? Вообще не понимаю, блин. Бля. Shimmy the crown of something. Unit full of G's back when your face told me how to stun it. Pops was slinging, yeah, yo, he was getting to the bus. But I ain't had 50 cents, now my statement's in a plus. The brakes, I hit the thrust. Guard the stakes, I leave them cut. Ask about me in my city, but the fuckers know what's up, bus. Big town, stepping on budgets, hopping on fences. Call of Duty, me and my... We in the trenches, camping at the crib, playing true crime LA. San Andreas nice, bumping ice cubes, good days, Я не понимаю, когда попадает, не попадает. Почему красным? Come on, not everyone gets it right the first time. Ponle ganas! Походу здесь, чтобы пройти в натуре, придется. Три из пяти. Ну посмотрим, но это какая-то жесть вообще. На Вайзде это все надо делать. Конченый придурок придумал вот эти кнопки. Какого хрена сейчас не засчитала? Сейчас почему не засчитала? Почему? Я нажал эти кнопки. Почему опять? Я же понизил. Я вообще просто в афиге, блин. Я вошел в райдер, уже ненавижу. Go with the flow and let el diablo take control of this GNX. Feeling like I'll be back in his prime. If we talk about the numbers, then I probably go to grind. I'm a lion out the jungle at the top. I'm like the Dodgers. It's my life, it ain't a movie. I won't be at Comic-Con. No.
pocket running like ain't no option. Throwing that sister on my homies, got me like John Stockton. Every week I stay dropping, got y'all think this is the end. Hurt the blind, lead the blind, but I got the vision in. Know the street deficient in, needed my assistance. Real since my assistance came a long distance. Now my statement's in the bus. The bricks I hit the thrust. Guard the stakes, I leave them cut. Ask about me in my city. Motherfuckers know what's up, but Newtown, stepping on buses, hopping on fences. Call of Duty, me and my we in the trenches. Camping at the crib, playing true crime. L.A., San Andreas, nice, bumping Ice Cube. Good days, such a 90s, baby, though. If we grind it, then we grind it. Вообще не понимаю. Почему она мне не засчитывает? Your guard was like it was possessed. People gonna go crazy for her when she's finished. Что такое перенастроить? Задания даются вам слишком легко. Не знаю, что-то мне вообще пипец как сложно. То есть завершено. Что там, почему? Like my primo always says, it ain't a lowrider if it doesn't have hydraulics and shiny rims. Я ничего не понимаю. Вот сейчас как-то тупо. Go with the flow and let El Diablo take control of this GMX. Feeling like I'll be back in this prime. If we talk about the numbers, then I probably go to Brian. I'm a lion out the jungle at the top. I'm like the Don. It's my life, it ain't a movie. I won't be at Comic-Con. No, bitch, popping, grinding like ain't no option. Throwing that shit to all my make that car dance. Stay dropping, got your thing consistent in. Hurt the blind, lead the blind, but I got the vision in. Know to keep the fishing in. Needed my assistance. Real since my assistance came a long distance. Shimmy the crown or something. Unit full of G's back on Norbay, so we had a stunt. I was slinging, yeah, yo, he was getting to the bus. But I ain't had 50 cents, now my statement's in the bus. The brakes, I hit the thrust. Guard the stakes, I leave them cut. Ask about me in my city, motherfuckers know what's up, bus. Newtown, stepping on buses, hopping on fences. Call of Duty, me and my we in the trenches. Camping at the crib, playing true crime. L.A., San Andreas, nice, bumping Ice Cube. Good days, such a 90s baby though. If we grind it, then we grind it. Man, I feel like Tony Hawk. And my homies got the iron, man, they feel like Tony Stark. And you better watch your records and get wicked at the door. Feeling like I'll be back in this prime. If we talk about the numbers, then I probably go to Brian. I'm a lion out the jungle at the top. I'm like the Don. It's my life, it ain't a movie. I won't be at Comic-Con. Bitch, popping, grinding like ain't no option. Throwing that sister on my homies. Got your guard was like it was possessed. People gonna go crazy for her when she's finished. Короче, я даже не хочу знать, как вы набивали эти очки. Это лютый трешняк вообще. Попадаешь в бит, блин, тебе ни хрена не засчитывают. Кнопки нажимаешь, не нажимается. Шляпа вообще. Yeah, yo, he was getting to the bucks, but I ain't had 50 cents.
Так, что там у нас? Продолжить. You've just had a taste of one of the most iconic lowrider disciplines. Although not all lowriders do it, hopping is a tradition that has been honed since the 70s. There are even competitions where lowriders jump over 130 inches high. You don't need me to draw you a picture of the state of the suspension after that. Если я опять прыгать буду, я вообще не знаю. Ой, я на телефон засмотрелся. Да, давайте просто погоняем. Надо сложность тогда, наверное, побольше сделать. Bumpers and roof customization are gonna change your car in a radical way. Choose carefully. Ну, как будто бы хорошо, да? Ну, короче, использовать. Wapa! This lady's ready to stroll the barrio. Ще пофиг. Просто поехали. Look at this sunset. Reminds me of LA. We're never far from Cali. Грязненько, давай погрязним немножко. Теперь они в меня грязнят. А ну давай, помоги мне повернуть по сипке. Нифига не улетают. Я забыл, что у меня есть найтро. Hey homie, remember when I told you about the Don versus Lowrider contest? Starts tomorrow. I was thinking, maybe you could come with us. Show these pendejos, I mean these people. That low riders can beat any cars. Конечно. You didn't know how to race your car before. It's okay, I'm confident. Как там то у нас было? Power drift? Не, power steer. Вот так вот. Оп. Я жесткую фигню сейчас сделал, такого делать вообще нельзя. А вот тут надо аккуратно. Я вот это место не очень люблю. Что там у нас? А, еще и три круга, ё-моё. Соскучиться не успеешь, я понял. Блин, зачитали хоть? Что-то она под конец вообще останавливаться начала. Ну, странно, ладно. Едем. На этом. Я все пытаюсь все нормально заложить в поворот. Реали бы уже, наверное, разул бы колеса, если бы так заложил. Hey, the crowd seems to like what they see. Or use your hydraulics if you can. They're gonna fall in love with you. Они работают, гидравлика. Ну, в смысле, надо останавливаться, походу. Like a
know, for my people, building a lowrider is a real way to express their identity. It goes beyond the cars. It's a lifestyle. We've been doing it for a century. A lot of people have tried to keep it down, but we're still doing it. В общем, работает эта тема, да? Азотный дрифт в повороте. Я за своих друзей, конечно же, очень рад. Но мне интересно, на чем они это все проезжали? Чисто рекорда ради или как? Конечно, что-то насыпает потихонечку. Надо сложность поднять чуть-чуть. Все. Можно, пожалуйста, на настройки? Да, настройки, говорю. Да, вот этот прикол, блин, с двойным нажатием, блин, бесит. 4. Не знаю, не ставлю 5, пока хрен его знает. Ты подожди, а чё так далеко-то, а? Столько ехать, охренеть. Вы, блин, серьезно? А почему нету быстрого перемещения? Так, ладно. А напомните. For the Donk vs. Lowrider contest driver, Motorfest is organizing two races to decide between the two custer cultures. A face-off plus an eight-rider race. Neutral ground, so there's no advantage for either side. But there's nothing to stop you and your crew of lowriders getting there a little early to make your mark. Always at your disposal. Так, лево, право, все. Я примерно помню. Так, а куда лететь-то? Куда-то ж сюда. А чё, блин, мне взяли и точку убрали вот сюда, да? The next one is bound to be breathtaking. А, не, подожди. Back to where we left off. Head to Kaneohe for the Donk vs. Lowrider contest driver. Motorfest is organizing two races to decide between the two custer cultures. A face-off plus an eight-rider race. Neutral ground, so there's no advantage for either side. But there's nothing to stop you and your crew of lowriders getting there a little early to make your mark. Это плейлист переключения. F. Made in Japan playlist. Head
хоть полетать чуть-чуть. Ты что, на машине? Да на машине. Глядишь, что они запиликает. Ничего не запиликало вообще. А чё такой медленный самолет? Подожди, эскейп. Зивкаэдж. А, ну да, оно же все стоковое. А улучшить нечем, да? Понятно. Member of the community, which has 1,000 things to offer besides just low riding. It's visual art, of course, but also music and fashion. All elements that make it a veritable subculture. At lowrider gatherings, it's not uncommon to come across people enjoying music that reflects their culture, be it hip-hop, Latin, or even a mix of the two. Cypress Hill, Dr. Dre, and many other artists have and continue to honor lowriders. But the time for nostalgia has not yet arrived. I'll let you continue the lowrider experience. Sophia is waiting for you on the football field for another car dance session. Понял. То есть оно вообще прямо здесь, да? Сейчас почему назад меня ведет? А, вижу. Ништяки на мою любимую Бугатти. Че, давайте посмотрим, что там прилетело. Транспорт. Ну вот, хотел на выхлопе теперь. Короче, все это, конечно, прекрасно, но мало. Если это опять те долбанные танцы на колесах, которые я вечно просираю, то, наверное, самый... Ну ладно, я попробую. Это жесть просто. Я ненавижу эти танцульки. 32 500. Я не наберу. Singing all my songs on Apollo, I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potos. America ain't dreaming if it's human when the first ever day you came for black. We all know what black is, every
наверное, можно набирать только с мультиплеерами, да? My bank account bigger and my body count bigger. That's without a doubt. I'm 100 steps ahead. That's a lot of mouth. That's a lot of clout. What you all about? What your dollar amount? You a punch out, sugar. I'm a big dog. Tell the truth, I don't need charges. You time to 20. Да блин, блин, на себе. А, я все зафакапил вообще. Надо уменьшать сложность. Я без вариантов вообще то что-то сделаю. All good to resume our progression on this playlist. Не могу я пройти это. А сколько там надо? 20. Блин, я и 20 хрена беру, наверное. Move at Lowrider. Doing dope, running to the cops, that's a exercise. The running to the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like Legato. Get chipped like Cicado, send a wave through the hood, now sounding like Verado. Why you eat bread with avocado? We be trying to dash up before Atlanta, not tomato. Singing all my summers on Apollo, I've been trying to pave the way, but then they tell me it was pottos. America ain't dreaming, they been skimming when the birth, the relationship with black, 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 black. We all know it's black, black. Love the culture, they be black by convenience. Sounded like a real anthem. Charlie saw my wallet, now she think I think I answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never drink, drink, drink. Let the bitch is my bitch with a kiss on my lips. Like, I am not a man for the lip. I'm a man with a gift, and I'm doing my shit. Like, tell them other niggas, I'm the nigga. I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger. That's without a doubt. I'm 100 steps ahead, that's a lot of mouth. That's a lot of clout. What you all about? What you telling about? You a boy out, I'm a big dog. Tell the truth, I don't get charged. You sign up for it. What the f***? Turn this shit. All the 545, feeling like a motor car. I ain't regular, feel like you're the way 45. Traumatized, with the mind. See some of my f***ing time. Now you walk a bag, you in the back. When them niggas fly. Homicide, genocide, televised. Emphasize, perpetuating war. Tell that d***a he can be inside. Good times from hood, like I'm living through a dope. А, время еще есть. Ни хрена себе, как увидеть еще время, сколько нужно держать? Я понял, ладно. Я понял, почему она теперь сбрасывает. Это я не досмотрел. Turn this shit off the 545, feeling like a motor car. I ain't regular, feeling
I've got a surprise for you. The only thing missing for a real lowrider. А це кая херня. Хоть кого-то обогнал. Пятое место среди друзей. Такое все. Good job, driver. New Good challenges job. Lie ahead. The donks are coming, driver. You and your team of lowriders have two races to show that small rims are better than big ones. Your car is dressed up for the ball. Well, almost. Что это? Это просто гонка? Тогда подожди. Да, я попробую настройки, не знаю, сложность. Давай 5. Может, будет повеселее, если это просто гонка. Как-то мотивашку словить бы. Да, стопудово за эти треки прилетит. Авторские, но мне плевать. Все равно денег не заработать. Какая тачка? That's a good sticker. Vamos, this fool isn't ready for what's coming. Конечно, vamos. For what? Who's that? I'm Weasel. The driver you're racing against is with me, and the car belongs to my guys from Hooligan. Weasel? You mean like a stretch raton? You can say that. Looks like you got a little bark on you. How about you and me spice things up, señorita? It's señora. Whoa, нифига, что он делает, а? Vale, I'm listening. A bet. If we lose the contest, that car's yours. But if we win, though, well, you know how that goes. What am I gonna do with that car like that? Those fat ugly wheels? Whatever. I'm not scared of a challenge. Orale, accept it. Да ём. Я его в задницу бью, ему пофиг вообще. А мы уже все полимеры просрали. Вообще не рулится ни хрена. Whenever you see a shortcut, take it. It'll save you seconds. Да на. И где? Ладно, посмотрим на логику работы ботов. Посмотри, он чуть что включает прозрачный режим и улетает. Да это читы вообще галимые просто. One more lap, slow riders. Can somebody turn his radio off? То есть если он вначале еще хоть как-то. О, чуть-чуть зацепил, и все, он в полупрозрачку ушел. То есть, когда не надо... О, пожалуйста, что это за полупрозрачная херня? Единственный способ... А смотри, какую скорость он нагоняет, это просто охренеть. Да блин, что машина творит, а? Мне не хватает азота. А он просто охренеть. У него машина быстрее моей. И это прям жестко заметно. Я шорткаты ищу, их ни хрена нету вообще. Ну это жопа. Я жестко просрал. Все. А нахер с такими читами, блин.
еще. Третий круг уже пошел. Нахер просто сразу заново. Да это охренеть, что он творит. Я только вырываюсь хоть как-то. Эта скотина с такой скоростью разгоняется, как будто я вообще газ не нажимаю, в принципе. Vamos, this fool isn't ready for what's coming. For what? Who's that? I'm Weasel. The driver you're racing against is with me, and the car belongs to my guys from Hoonigan. Weasel? You mean like a stretch raton? You can say that. Oh, пожалуйста, я убью ему нас сразу вообще. How about you and me spice things up, señorita? It's señora Sofia Molina Cervantes to you. Vale, I'm listening. I bet. If we lose the contest, that car is yours. But if we end up, well, you know how that goes. What am I gonna do with a car like that? Я его еле-еле обгоняю. Whatever. I'm not scared of a challenge. Orale, accept it. Deal. Он просто как по рельсам. Я тут, блин, как дебил просто летаю. No way we're losing this. Но это уже интересно. Я так понимаю, что это финалочка, да? По лоурайдер теме. Я вообще его никак не догоняю. Whenever you see a shortcut, take it. It'll save you seconds. Я не вижу их здесь вообще. Догоняет на изях. One more lap, slow riders. Can somebody turn his radio off? Как будто я вообще никуда не еду. А может повернем? Блин, капец, тачка говно. Конченая вообще просто. Чел едет просто как... А чё, вот нормальный шорткат? Прям очень такой нифиговый. Все, я в дрифте. Он спокойный. Просто вот он меня пинает, и ему пофигу вообще. Ты это не говори, донки, пока. Это жесть какая-то. А, я забыл про этот поворот. Вот посмотри, что он делает. Я просто его заставил меня на финиш затолкать. Я в шоке просто. Просто на 271 тысячную. А как они так быстро едут? Ну, я предполагаю, что у них, скорее всего, тачки уже прокачаны. Что я на фуллстоке еду. Хотя это еще можно толпой проходить. Well done. Let's move on to the following event. Following event. Дайте мне на секундочку чекнуть. О, ребят. Ну, уже и так на 1:15 задержались. Вот. На... Блин, у меня тут улучшение. Просто гора, я об этом и не в курсе, да? Тут просто...
охренеть. Тут тачку до 600 он вкачал уже. Да, все 600. Офигеть, блин. У меня все 600. А я на стоке как дурак катался. Ну, это я. Ладно, зато мы знаем, что тачку можно было затюнинговать. Вот. И кроме Бьюика тут, наверное, ни на чем другом. Типа вот этих вот... Блин, Сакура очень красивая тачка. А вот Civic, блин, он просто великолепен. Любимая игрушка. Вот. Ребятушки, все, на сегодня все. Всем спасибо, кто был со мной. И до новых встреч. Пока-пока.